Все службы работают для того, чтобы результаты были достойные, атмосфера на соревнованиях была праздничная. Вот. Рады всех приветствовать и готовимся только к победам. Я вообще был удивлен, что здесь проведут универсиаду всероссийскую. Настраивались также на Москву, но оказалось, что здесь все рядом под боком. Я мастер спорта международного класса, призер первенства Европы, чемпионата мира в эстафетном плавании и чемпионата Европы в эстафетном плавании. А на универсиаде на всемирной бывали? Нет. Хочется? Да, конечно. Высокий уровень соревнований, все спортсмены очень сильные, и победа дается тяжело. К этому финалу как-то особенно готовились? Ну, помимо этого финала, у меня еще на носу сдача диссертации выпускной, поэтому готовился как мог. Сложно, особенно последние метры. Видела, что рядом со мной полудевочки, пришлось их обгонять. Поэтому пришлось упереться, было очень сложно в конце. Второе, честно, не ожидал, потому что 4 международника плыло со мной в заплыве. Ну, очень рад и лучший результат показал свой.